Ну, командная победа. Забили в нужное время голы свои. Могли, конечно, больше. Игра давалась, мне кажется, больше в нашу сторону. Поэтому будем брать лучшее и переносить на следующие игры. Худшее забывать. Да, тяжелая игра. Но хорошо сыграли и готовимся дальше. Следующая игра очень серьезная. Забить две шайбы, сезон только начинается. Есть какая-то планка на сезон, чтобы забить больше? Ну, понятное дело, хочется забить как можно больше. Но все равно вот это ощущение, что забили дубль, может быть, хет-трик и так далее, и так далее. Есть планка по количеству шайб? Хочется, может быть, личный рекорд какой-то побить? Не, личный рекорд никакой не хочется, хочется выиграть. Это самое большое желание и самая высокая планка. А кто забил, кто отдал, неважно. Сейчас я забил, дальше другой забьет. Может быть, кто-то хочет спросить? Мне передали, но тогда я спрошу. Роман Борисович все ответил. Конечно. Это так, да. Такое интервью было. Все вопросы. Александр, а вы теперь в Питере же, да? Вот, а Варвара с вами вот переезжает в город она? Или кто такая она? Варвара? Не знаю такую. Варечка, которая... Кто? Ну, вы потом у него уточните. Варвара? Я ты к нему обратилась? Да, да, да. Я тоже Александр, я думаю, какая Варвара. Сейчас жена у меня посмотрит. Варвара? Ну, она в Москве, у нее же сборная. Чаще всего в Москве собираются и тренировки там, поэтому она на два города пока. А вы, как и хоккеист, ну, поменявший одну столицу, как у нас говорят, на другую, адаптировались в плане житейском, там город изучили? Вообще для вас это важно, в каком городе вы живете, играете в хоккей? Или главное, вот площадка, тренировки? Ну, конечно, город важен, я думаю, потому что я привык к Москве, а Санкт-Петербург совсем другой город, и я тут пока ничего вообще не знаю. Знаю, как доехать до арены и домой. Вот, поэтому здесь, наверное, есть и плюсы, то, что я занят только хоккеем. И когда попадаешь подальше от друзей, близких, нечем заняться, и думаешь только об одном, может, это и пойдет в плюс. Спасибо. По прошедшему матчу есть вопросы? Если нет, спасибо. Все, спасибо.